Традиция праздновать 8 июля День семьи, любви и верности появилась не так давно. Идея праздновать в России День семейных ценностей возникла в городе Муроме Владимирской области. В этом городе, в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря, покоятся мощи супругов Петра и Февронии, которые считаются покровителями христианского брака. Легенда передается из поколения в поколение. Отметили праздник и в Чебоксарском детском саду номер 174. Для малышей подготовили творческие номера и мастер-классы. Все педагоги будут делать ромашки, но тихие. Техники разные. Кто-то будет делать мыло варить, кто-то заколочки, кто-то резиночки, кто-то ободочки. В общем, все техники разные. Благополучие и настроение человека во многом зависит от атмосферы в семье. И поэтому, где бы мы ни были, мы всегда помним о доме и своих родных. Прежде всего, нельзя забывать, что семья – это ячейка общества, и семейные ценности, они очень важны. Мы должны с малых лет детям эти ценности прививать. Татьяна и Николай Турыгины вместе уже 11 лет. Они воспитывают 3 сыновей. Прежде всего, семья должна строиться на любви и уважении друг к другу, говорят супруги. Ну, уважение к друг другу в первую очередь. Естественно, дети это видят. И у них тоже проявляется уважение и к нам, и к себе. И, конечно же, в такой семье ребята учатся взаимопомощи и взаимовыручки. Семья – это праздник за круглым столом. Семья – это счастье, семья – это дом. Дружная семья – это повод для радости и улыбки, ведь она является незаменимой поддержкой для любого человека. А такой праздник призван укрепить веру в прочные семейные узы. Елена Яковлева, Елена Державина, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.